Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Страница 72, упражнение номер 20. Туристическое агентство за день продало 200 путевок в санатории, дома отдыха и турбазы. 1/10 часть этих путевок продали в санатории, 140 путевок в дома отдыха. Сколько путевок продали на турбазы? Итак, давайте сначала узнаем, сколько путевок продали в санатории. Здесь сказано, что продали 1/10 часть. Чтобы узнать 1/10, нужно 200 разделить на 10. Получается, 20 путевок было продано в санатории. Нам также известно, что 140 путевок было продано в дома отдыха, а вот все оставшиеся путевки были проданы на турбазы. Значит, мы должны из общего количества 200 вычесть количество путевок, которые было продано в санатории, и количество путевок, которые были проданы в дома отдыха. 200 минус 140. 200 минус 100 – это 100, 100 минус 40 – это 60, и 60 минус 20 – остается 40. 40 путевок было продано на турбазы. У нас стоял вопрос, сколько путевок продали на турбазы. Мы можем записать ответ. 40 путевок продали на турбазы. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.